Привет, YouTube! Привет все наши подписчики! Парни, ну что, опять у нас сегодня с вами АТВ Стар и Квадрик на прокачку? Вот, давайте мы вам сейчас покажем, что АТВ Стар может делать с квадротематикой. Знаете, еще есть одно такое уникальное предложение от АТВ Стар. Если вдруг после этого видео у них на канале будет 2000 человек, подписано внизу ссылочка, то один из ваших квадриков может получиться так, то что попадет на как раз на квадрик на прокачку. Ребят, так что решать теперь вам, хотите вы подписываться на КВ, на канал АТВ Стар или не хотите. Парни проведут конкурс, как только видят, что они у них на канале 2000 человек, соответственно, сразу же они проводят конкурс, и один из ваших квадроциклов, который выиграет этот конкурс, который будет по Московской области, ну, правила мы обговорим по поводу конкурса чуть позже, мы увидим у них уже, и, соответственно, потом у нас на канале, что они могут с ним делать. А теперь пока Саня нам расскажет, что они сделали с этим чудо-чехов-мобилем. Поехали! Всем любителям квадродвижения, да, вот Андрей немножко ранее рассказал про наш конкурс, который мы будем проводить у себя на канале. Значит, что от вас требуется? От вас требуется, в принципе, только подписаться на наш канал, смотреть нас, комментировать и, в принципе, больше, наверное, ничего. Значит, о правилах конкурса мы расскажем немножко попозже, а сейчас мы покажем то, что мы умеем делать, то, что мы делаем, да, и, в принципе, делаем достаточно неплохо. Значит, нам поступил такой квадроцикл от чехских проходимцев. Сделали мы по нему следующее. Это установили силовые пороги, которые покрасили порошковой краской в красный цвет, да, чтобы, ну, сливалось, грубо говоря, с амортизаторами, была такая достаточно выраженная стилистика у него. Пороги сделаны из толстостенной трубы, вставлены заглушки, дабы не попадала вода ни вовнутрь, ни грязь, ничего не забивалось, не ржавело и ничего такого с ним не было. Были сделаны алюминиевые двери такие. Одна дверь весит где-то порядка 3 килограммов. То есть, в принципе, квадроцикл не сильно утяжеляется. Они достаточно легкие, хорошо работают, имеют замок. То есть, в принципе, легко их открываете, да, и, в принципе, легко они закрываются. Также сделали крепление веткоотсекателем, чтобы не били ветки ни по шлему, ни по визору, ни по стеклу, ни почему. Сделали на крепление вот такое вот ухо дополнительное, это, в принципе, ну, на всякий случай. У чехов бывает всякое, да, там, перевернется квадроцикл или еще чего-то. Зацепил крюком, перевернул его и дальше поехал. Сделали алюминиевую крышу на 4 места. В принципе, я не знаю, в России я еще пока не видел таких, да, крыш, которые делали именно 4-местные. Вот мы разработали, поставили сюда. Крыша сделана из алюминия 3-миллиметрового. Дополнительный усилитель на нем стоит, чтобы оно не вибрировало, не трещало, ничего. И установили дополнительный свет. В принципе, сбоку все, что видно, это все, что мы сделали. Давайте посмотрим, что мы сделали спереди и, соответственно, сзади. Такой вот оригинальный бампер, покрашен тоже красной порошковой краской, чтобы подчеркнуть стилистику. Значит, что на этом бампере у нас получилось уместить и сделать? Установлен дополнительный свет ProLight по центру, установлена защита алюминиевой морды, то есть, в принципе, чтобы туда ни ветки в радиатор не бились, ничего. Сделана защита нижней горловины радиатора, здесь с этой стороны, сделана ушко, закрыто тоже все алюминиевым кожухом.
Сделано крепление веткоотсекателя непосредственно к бамперу. Сделан усилитель бампера. То есть, в принципе, бампер сейчас стоит настолько жестко, что, в принципе, можно валить деревья и не бояться, что с ним что-то случится, да, и как это передастся на раму и на все такое. Значит, что у нас еще по нему? Лебедку мы оставили прежнюю, то, что на нем стоял варна 4000. Ну и, в принципе, наверное, все. Давайте посмотрим, что мы сделали сзади. Сзади мы сделали вот такой вот бампер, который также защищает все фары, весь вот этот пластик такой, который недостаточно жестко крепится. То есть, в принципе, сзади, если сейчас ехать задом и врезаться в дерево, ничего не сломается. Саня, вот знаешь, я тебя перебил, да. Вот эти вот пластиковые заглушки, я вот увидел у многих, они просто бывают то, что бывают просто дырки, да? А вот здесь вот пластиковые заглушки, вы во все вставляете пластиковые заглушки? Само собой, нигде вода, то есть, давай так, вовнутрь этой трубы вода нигде не попадет? Нет. Вообще шикарно, потому что мы постоянно мучаемся с этой проблемой. Мы там приезжали, да, и у людей, получается, в этих трубах бывает вода. Парни, смотрите, чтобы у вас этой воды не было, потому что квадроцикл начинает гнить, вода туда попадает, забивается грязью, и вообще получается жопа. Ну, что еще сделали, Сань? Сделали, значит, на этом квадроцикле стоял выхлоп Биган, да, который достаточно такой громкий и реактивный, можно даже сказать, да. В принципе, техника используется для таких более семейных, наверное, покатушек, поэтому мы его поставили сюда оригинальный выхлоп, чтобы был потише и, соответственно, покомфортнее было ездить на нем. Парни, а кому, кстати, кому нужен выхлоп Биган, он у нас есть, внизу в комментариях пишите, мы вам ответим и продадим вам его. Очень дешево продадим, наверное, очень. Ну это так, на всякий случай. А вот я смотрю, там лебедка, вы же какую-то там еще площадку усиливали, да? Да, лебедку мы, она в принципе и стояла, да, мы просто усилили площадку, поставили ее, и в принципе она как бы стоит. То есть теперь нас ее не вырвет, то есть если вдруг что, потому что машина тяжелая, нам ехать в путешествие, нам, у нас ее не вырвет. Да нет, не вырвет, вряд ли что-то с ней случится, быстрее, наверное, порвется трос, чем ее вырвет. Значит, ну лебедка варн, соответственно, да, все как надо. Установлен свет ProLight, две куда лампочки дополнительные куда такие, да. Ну, в принципе, все. Ну вот смотри, ты вот первый раз, наверное, да, видишь этот кофр? Ну да, заинтересовал меня, конечно, вещь. Кстати, парни, честно могу сказать, он у меня стоит на Мавре, да, и вот сейчас вот Саня себе также поставил на Мавр. Он огромный. Я не знаю, как вам там передать вот это он все. Он нереальный. Да, он просто... Вот, а нам ехать в путешествие, туда можно всего-всего наложить. Это очень большая такая проблема, когда вы не можете никуда ничего положить. Будете считать, что это реклама? Парни, это реклама. Дальше что? Ну, вы должны знать, что существует такой панцирь-бокс, потому что он... Ну, блять, потому что он охуенный. Почему не сделать рекламу хорошую? Да, почему на самом деле не сделать, да? А, вот ты мне можешь что-нибудь сказать? Пластик, как тебе? Да пластик, он жесткий. Что с ним сделаешь-то? Ну, в любом случае, как бы, пока он не побывает в грязи, ничего про него, так сказать-то, не скажешь. Да? Надо посмотреть, как это будет в деле. Так что, ребят, поэтому смотрите, да, что будет. Вот там вот, АТВ Стар, внизу ссылки под них. Значит, у нас задача простая. Мы, 2000 человек подписчиков на канале АТВ Стар. Делаем розыгрыш. Да, делаем розыгрыш ВКонтакте. Смотрим, у кого есть какая квадротематика, квадротехника. Главное, чтобы этот человек, наверное, жил, наверное, в Московской области, Московской, чтобы ребята могли сами приехать. Далеко мы не, как бы, сложно будет далеко ехать из какого-то региона его забирать, да? Да, поэтому, чтобы они смогли сами приехать, забрать у вас его и сделать его. То есть в двигатель никто лезть не будет, сразу предупреждаю. АТВ Стар занимается, наверное, больше такой красивый, чтобы он просто получился супер красивый, супер необычный. И защищенный. Да, и защищенный. И из-за этого мы, соответственно, уже сделаем... Тоже покажем на канале его, тоже расскажем. Так что любой человек может совершенно спокойно оказаться на канале Квадрик на прокачку. Подписывайтесь на канал АТВ Стар. Да, и хотелось бы добавить то, что, в принципе, по этому квадроциклу мы еще не все сделали. Да, вы, наверное, заметили, что нету задних дверей. Мы их сделаем, как бы просто
Мы сейчас его показываем, то, что сейчас уже сделано. И мы чуть попозже покажем то, что когда он будет полностью закончен, он просто будет бомбический. Если сейчас он вообще вот такой, то потом он просто будет вообще фантастический. Так что по поводу Рю, внизу ссылки на все, на Панцирьбокс, на ТВ Стар, на канал по ТВ Стар. Ребят, теперь только все зависит от вас. Мы стараемся, показываем вам. А вы можете выбирать между любыми каналами. Спасибо, что смотрите нас. Пока. Все счастливо.